Итак, первый мост на нашем пути. Мост Большого проспекта Петроградской стороны. Ну что, как ваши впечатления, дамы? Замечательно. Отлично. Что ж, плывем дальше. Мы же в Неву плывем, ведь так? Поплыли. Да, чуть-чуть немножко. И на. Мы плывем с вами по каналу какому? Карповки, да, все правильно. Карповки. Карповка. Нет, это все она. Она от самого начала, где мы вышли, там она начинается. СБУ. Средне-малая Невка там. И в саму Неву впадает. Все в порядке. Ничего страшного. Просто поспокойнее течение стало, и мне легче идти. Я вообще на самом деле очень давно мечтал вот именно здесь на Карповке поплавать на сапе. Да, наверное. Что-то посыпалось. Вот здесь красиво. Блин, классно. Вообще классно под мостом. О, как вода отражается красиво. Так, поплыли дальше. Да. Да, красиво. Первые шаги Карины самостоятельно на сапе. Идет неплохо. Аккуратно. Не страшно. Ну, ты умеешь лавировать. Поплыли дальше. Проход закрыт, ведутся очистительные работы. Да. За мост заплывем и развернемся под ним. Ну, да. Если что, у нас вообще даже не плавучее средство так. Баловство. Да, под мостом, конечно, классно плавать. Шикарно. У меня есть предложение, я могу вас прицепить. Свой лишь просто за ваш зацеплю и буду идти прямо, а вы будете за мной вторым вагоном. Так, ну что ж. Подплывайте ко мне. Аккуратненько. Ух. Если вежливо и аккуратно, то пожалуйста. И вперед. Ну что, отлично плывем, не так ли? Да, нормально, классно плывем. Что говоришь? Ну да, я про этот момент забыл, начак.